Лига спорта. Приветствуем всех на нашем канале. Это Лига спорта. И сегодня в нашем обзоре револьверы под патрон Флабера Сталкер S4 4,5 дюйма и Сталкер S4 2,5 дюйма. Мы начинаем. Эти револьверы производятся в Турции. В комплект поставки в пластиковом кейсе входит инструкция, шомпол для чистки и сам револьвер. Выполнен очень качественно, материал корпуса силумин, барабан из стали, материал рукояти пластик, ствол стальной, гладкий, нарезной. Эти револьверы отличаются только длиной ствола. Сталкер 2,5 дюйма предназначен для спортивной стрельбы и приобретения навыков обращения с оружием, а длинный ствол 4,5 дюйма обеспечит более высокую начальную скорость пули при выстреле. Общая длина 186 и 235 мм соответственно, калибр 4 мм. Барабан 9-зарядный, скорость пули 170 метров в секунду. Прицельные приспособления, мушка и регулируемый целик. Боеприпасы – это штатные патроны Флобера. Сталкер S4 хорошо сбалансирован, не тянет вниз при стрельбе, в руке сидит внушительно. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и занимайтесь спортом.